Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Gopi Jana Vallabha Girivara Dhare Gopi Jana Vallabha Girivaradhare Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tirava Nacha Yamuna Tirava Nacha Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Gopi Jana Vallabha Girivara Dhare Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachara Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jagannath Jaya Jagannath Jaya Balade Jaya Subhadra Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo.
Ежика наши владеющие мать Шипадраки, Синитая Гора Чандра Кича, Шила Прабхупадки, будут применены. Вся слава собравшимся преданным. Ом намо Бхагавате Васудевая. 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 Мы продолжаем читать шестую песнь, глава девятая, появление демона Вритрасара, текст 40. Здесь проза, поэтому я прочитаю сам. Трибхуванатма Бхавана, Тривикрама Тринаяна, Трилока Манахарна Нубхава, Тавайва Вибхутаю Дитиджа, Тануджадая Шачапи, Тишамуру, Упакрамаса Майо, Ям Ити Сватма Майая, Суранарам Ригами Шрита, Джалачара Крити Вир, Ядхапа Радхам Дандам, Дандадхара Дадхартха, Ивамэнамапи Бхагаван Джайхитваштрам Мутая Диманьясе. Перевод и комментарий о Божественной милости Бхактивиданта Свами Прабхупады. О Господь, олицетворение и Отец трех миров, о Сила трех миров, воплощенный в образе Ваманы, о Триглавы Нрисимхадев, о Прекраснейший во всех трех мирах, Вселенная и все ее обитатели, включая людей и даже демонов, данного и дайтев, лишь проявление твоей энергии, о всемогущий, когда бы демоны не набирали чрезмерную силу, очень громко, очень. О всемогущий, когда бы демоны не набирали чрезмерную силу, ты всегда являешься в своих различных воплощениях, чтобы покарать их. Ты приходишь, как Господь Ваманадева, Господь Рама и Господь Кришна. Иногда ты принимаешь облик зверя, приходя в образе вепря, иногда в смешанную форму, приходя, как Господь Нрисимхадева и Господь Хаягрива. А иногда ты являешься в облике обитателя вод, как Господь Рыба или Господь Черепаха. И в каждом из этих многочисленных воплощений ты всегда усмирял демонов и данного. Поэтому мы молим тебя, о Господь, если тебе так будет угодно, воплотись снова и уничтожь этого великого демона Вритрасура. Комментарий. Есть две категории преданных – Акама и Сакама. Акама – это чистые преданные, а Сакама – это полубоги и прочие преданные, живущие на высших планетах, планетных системах и все еще стремящиеся к материальным благам. Преданные Сакама попали на высшие планеты за свои благочестивые заслуги, но в их сердцах по-прежнему остается желание распоряжаться материальными ресурсами. Время от времени таких Сакама преданных беспокоят демоны и ракшасы, однако Господь по своей милости всякий раз спасает их и является в этот мир в одном из своих воплощений. О могуществе воплощений Господа говорит уже тот факт, что в облике Ваманадевы он смог двумя шагами покрыть целую Вселенную. Так что ему не осталось места для третьего шага. Господа называют Тривикрамой, потому что он явил свое могущество тремя шагами, освободив всю Вселенную. Разница между преданными категорией Сакама и Акама заключается в том, что всякий раз, когда преданные Сакама попадают в беду, они, подобно полубогам, молят Верховную Личность Бога о спасении, тогда как преданные Акама никогда не тревожат Господа материальными просьбами, даже если им грозит самая серьезная опасность.
Любое свое страдание преданный Акама воспринимает как справедливое наказание за прежние поступки и безропотно сносит его, не докучая Господу просьбами о спасении. Преданные Сакама в трудную минуту сразу начинают молить Господа о защите, однако они считаются праведниками, поскольку сознают свою полную зависимость от милости Господа. В 10-й песне Шримад Бхагаватам говорится: Тати нукампасумакшамано бунжана этамакартам випакам хридвак випубри вададханнамасте дживетайо муктипаде садая бхак. Даже когда на долю преданных выпадают самые тяжкие испытания, преданные просто продолжают молиться и служить Господу, и еще с большим рвением. Так они утверждаются в преданном служении, удостаиваются права возвратиться домой к Богу. Разумеется, преданные Сакама получают от Господа все, о чем просят Его в своих молитвах. Однако право на возвращение к Богу они обретают не сразу. Следует также отметить, что Господь Вишну во всех своих воплощениях выступает как защитник своих преданных. Об этом пишет Шрила Мадхавачарья. Вивидхам бхава патратвам сарве вишнур вибхутаях. При этом Кришна – это сама изначальная личность Бога. Кришна – сту Бхагаван Сваям. А все другие воплощения исходят из Господа Вишну. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gora Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Namaste Gurudvaya Sarva Siddhi Pradhani Sarva Mangala Rupaya Sarva Nanda Vidhini Shri Guru Paramananda Premananda Phalaprada Раджананда Прадханина Свою Манию Джая Нитянанда Хамнами Сарвананда Карампара Харинама Прадхаде Вама Вадута Широмани Нама Махаваданья Кришна Прима Прадхайте Кришна Кришна Чайтанья Намне Город Виши Намаха Нила Чала Нивасая Нитяя Параматмане Балабадра Субадрам Ча Шри Джиганат Хайте Намаха Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари Хари Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna, Krishna Bhutale, Shrimati Prabhu Vishnu Prabhu Iti Namini, Dadati Bhagavata Tvam, Nishchayana Manasya, Prabhupada Sakrishna, Swami Kripata Swami, Vishnu Padaya Krishna, Krishna Bhutale, Shrimati Bhakti Vedanta Swami, Iti Namini. После этого комментария наверняка возник вопрос, может быть. К какой категории преданных отношусь я? Когда нам выгодно, мы можем отождествлять себя с чистыми преданными. Особенно, когда это касается, когда нам делают замечания или поправляют. Как? Я чистый преданный, как он смеет? Но когда касается какого-то служения или предания, человек начинает думать: «Ой, я еще не готов, я еще не могу, у меня еще нету такого понимания глубокого». Это, конечно, хорошо, когда преданный отождествляет, когда мы отождествляем себя с преданными. По крайней мере, это уже будет нам давать шанс хоть как-то, может быть, сначала имитировать, подражать преданным, действовать как преданный. Шрила Прабхупада объясняет, когда человек одевает какую-то одежду, он начинает отождествлять себя. Например, милиционер, если он оденет форму, он будет отождествлять себя с милиционером, его сознание будет наблюдать
сторонний, что происходит вокруг и так далее. Он будет вести себя должным образом. Точно так же преданный, когда одевает, человек одевает одежды преданного, по крайней мере, он уже хоть как-то пытаться будет соответствовать определенному стандарту жизни, которую ведут преданные. Но до тех пор, пока живое существо не глубоко не понимает, что он является духовной душой, что он является слугой, пока он еще не испытывает вкус духовной жизни, пока он еще не понимает, что на алтаре стоит Господь, а не просто форма какая-то, возле которой надо что-то делать, но непонятно. До тех пор, пока он не понимает, что вокруг него преданные, которые являются проявлением милости Кришны. На самом деле, преданные для нас – это проявление милости Кришны. В этом мире, в 11-й песне, по-моему, Удхаве, Кришна говорит, что в этом мире люди привязаны к четырем вещам. Привязаны к своему телу, к своей семье, привязаны к божествам, которым, или тем живым существам, которым они почитают, как великих, которые очень выгодны для них. Ну, в нашем случае можно взять даже деньги. Деньги. И привязаны к стране, в которой мы живем. Или месту. Очень сильно привязаны. Даже к той, к тому дому, к той квартире и так далее, и тому подобное. Очень сильно проявляются у нас эти привязанности. Поэтому Кришна намекает Удаве, по-моему, Удхаве, если мне память не изменяет, или это разговор с Удавой. Я извиняюсь, точно не помню. Но суть такова, что он говорит. Поэтому для нас преданные, которые нас окружают, должны стать нашей душой. Что я ищу там второе? Они должны стать нашей душой, общество преданных должно стать нашей семьей, они должны стать нашими божествами, которым мы поклоняемся, и они должны стать нашим местом паломничества. Все. Это все, что нужно нам знать. Поэтому наши ноги ведут нас туда, где находятся преданные. А там, где преданные, там Кришна. Потому что Кришна говорит, я там, где мои преданные, собираются и воспевают славу мою. И преданные всегда там, где Кришна. Невозможно разделить. Если так подумать, то мы никогда не можем разделить. Даже если мы видим у преданного, где-то он идет или куда-то летит. Он летит или в святую Дхамму. Или же он даже все равно, он понимает, что Кришна в его сердце, он носит его в своем сердце. Он поклоняется ему таким образом, понимая, что Кришна с ним. И особенно преданные летают, и у них всегда с собой божества. Они всегда с Кришной зачастую. Так или иначе. И, конечно, в зависимости от того, как мы понимаем духовную практику или цель нашей жизни, то мы будем и относиться к божествам, к преданным, к святому имени в соответствии с тем, насколько мы понимаем, что они не, это есть проявление Кришны. И это может зависеть от того, что да, и все равно это, даже если мы не до конца понимаем, и у нас нет еще чувства предания, вот у нас нету любви. Кришна говорит, патрам пушпам палам таям бхактя амэм прайачхати. Предложи мне цветок, листок, плод или воду с любовью и преданностью. Но нет у нас любви. Что делать? Так ведь? И мы думаем, что же нам теперь делать? Потом у нас сразу возникает сомнение, а принял ли Кришна? Но мы можем проявить преданность. Он говорит, с любовью и преданностью. Но преданность мы уже можем проявить. И преданность, она уже приходит к нам с нашей верой, которая появляется у нас в Кришне.
Даже, конечно, тикари, который просто верит в божества, может быть, даже он еще не разбирается, что есть преданные, которые не отличны от Кришны, и поэтому относятся к ним недолжным образом. Тем не менее, он хотя бы верит в Кришну, которая присутствует как божество на алтаре. И он может уже проявить преданность, его вера может толкнуть его на то, что он с преданностью может что-то сделать. Прийти и поклониться, по крайней мере. Это уже как полубоги молятся в 11-й песне. Они говорят, тот, кто кланяется твоим, склоняется к твоим лотосным стопам, ты сразу берешь его под свою защиту. Может, мы не понимаем этого, но Кришна, он самый разумный. Он знает все, он понимает, и он всеблагой. Мы, может быть, как несмышленые дети, поэтому у нас есть склонность к привязываться к материальным вещам. Нам хочется этих наслаждений, хочется того, хочется этих. И так как, будучи благочестивыми людьми, мы пытаемся связать это с Кришной. Или, по крайней мере, наше чувство зависимости от Него проявляется в том, что без Него мы не получим наслаждения. Поэтому мы начинаем прилагать какие-то усилия и какие-то действия. Но в своем сознании, в своем сердце нам не хочется. У нас одна цель. Цель – получить от Кришны, получить от Бога какие-то наслаждения, какие-то возможности для наслаждения. И мы очень редко задумываемся о том, что я действую ради чего. Мы утром напоминаем себе, что цель жизни – Кришна, Према, Бхакти. Но она так растворяется в наших повседневных, как сегодня читал Чайтанья Чаритамриту, Прабхупад пишет, что эти ненужные или бессмысленные материальные обязанности. Я извиняюсь, могут быть много вопросов. Просто материальные обязанности без Кришны. Мы просто растворяемся в этом все. Их столько много. Столько тел. И каждое живое существо в каждом обусловленном теле оно будет думать, что его такие обязанности. Но Прабхупад объясняет, нет, наша цель жизни – это понять Кришну. Наша цель – осознать Кришну. И чтобы проявилась наша эта преданность, чтобы мы на самом деле прочувствовали, что Кришна обладает духовной природой, именно поэтому он приходит в этой удивительной форме, как Арчавиграха. Это потому, что мы еще не обладаем глубоким пониманием, кто такой Бог. Поэтому Господь приходит в различных формах. Как сегодня мы празднуем День явления или проявление милости Господа Джаганатхи по отношению к нам. 24 года назад, в 97 году, он по своей беспричинной милости, по своему великодушию, как говорит первая песня, благодаря великодушию Господь нисходит в этот мир. Его великодушие проявляется в том, по отношению к нам. Он нисходит в этот мир, он пришел сюда, чтобы мы могли видеть, научиться видеть Кришну, научиться Ему служить. И просто потому, что у нас еще нету такого понимания, мы смотрим на Кришну, и мы еще сомневаемся, настоящая ли это Кришна. Ну, я так утрирую. Это какая-то форма, вот она стоит неподвижная, и все-таки она сделана с дерева, и она там... Наверное, это еще не тот Кришна, которого я хочу видеть. Вот если бы мне показали настоящего Кришну, недавно мы обсуждали вечер, так хочется увидеть, если бы он показал себя, а мы смогли бы его понять. Мы смогли бы, если бы мы увидели Кришну, осознать, что это Кришна. Что мало людей видело Кришну, когда он был на земле. И все, что ли, воспринимали, так прямо и воспринимали, что, о, Бог, все кланялись ему. Нет. Многие пытались воевать с ним, критиковали. Многие осуждали его. Не просто не понимая самой природы Бога.
Но Господь настолько милостив, несмотря на то, что Он по своей природе трансцендентен, Он принимает эту форму, потому что это Его энергия. Он принимает эту форму. Она остается трансцендентной. Просто Он принимает ее для того, чтобы мы могли своими чувствами, глазами видеть Его. Мы могли касаться Его своими руками. Мы могли славить Его своим языком. Он принимает эту форму, потому что Он понимает, что если Он не примет эту форму, мы не способны видеть Дух. У нас нету такой способности. По крайней мере сейчас, пока мы в обусловленном состоянии. Поэтому Он принимает эту форму. Приходит сюда и принимает, причем статичную форму. А статичное, это означает, что Он специально делает себя таким недвижимым, чтобы вручить себя нам. Вот на все наше служение, весь наш духовный опыт зависит от того, и насколько Кришна нам откроется в соответствии, зависит от того, насколько мы вручим себя Ему. Вот по мере того, насколько мы себя вручим, проявим вот эту преданность и будем зависеть от Него, тем больше мы будем осознавать личностную природу Кришны. Тем больше она будет раскрываться. И тогда у нас будет опыт, очень хороший, серьезный духовный опыт, который будет пробуждать у нас духовные эмоции. Мы не просто будем радоваться тому, что Господь исполнил мое желание материальное, теперь я верю, что Он Бог. Нет. Как только мы начнем гордиться этим, Кришна, Прабхупада объясняет, Кришна уходит, Кришна уйдет. И мы будем терять связь, мы будем терять эту остроту эмоций, связанных с Кришной. На самом деле, каждый преданный, он может чувствовать, как только он проявляет энтузиазм и решимость в служении Кришне, он чувствует эту остроту эмоций. Как только он погружается в какое-то свое материальное бытие, жизнь, он чувствует, что я здесь, а Господь где-то там. Он его не ощущает рядом. Первое, что приходит, он чувствует вот этот, теряет вот это ощущение, что Господь рядом. Он теряет, что он зависит от Бога. И как только становится тяжело, вот тогда он опять вспоминает, о, я страдаю, Кришна, Господь, помоги. И Господь милостив, Он милостив. Он приходит и помогает. Он приходит, если надо, убивает демонов, когда они беспокоят. Но мы думаем, а что это он не проявляется в моей жизни? У меня такая проблема. У меня 1000 гривен долга за квартплату. Это такая проблема. И Кришна ее не решает. Ну, это странно. Мы выглядим как нищие, которые просят осколки битого стекла, вместо того, чтобы попросить у Кришны что-то больше. Хотя в читании Чаритамриты Кришна даст Кавираж Госвами, Кришна говорит, да, я даю с легкостью даже освобождение. Пожалуйста, берите. Все то, что вам нужно, материальные блага, он дает с легкостью. Но чистое преданное служение очень, очень редкостный дар. И мы должны возьмем, что тут такого? Что такое чистое преданное служение? Почему 30 дал? Вот сейчас вы скажите, вот даже не хочу овощи чистить или там еще что-то делать. У меня нету желания. Хотя вроде бы как бы преданное служение. Да, я что, это редкостно. Хочу делаю, хочу нет. Нет. Не в этом смысл. Чистое преданное служение находится в нашем сознании. Это то настроение, с которым мы совершаем деятельность. А не просто мы воспринимаем всю эту деятельность как деятельность. Если я буду совершать какую-то деятельность в настроении там,
скорее бы поесть, то это не чистое преданное служение, это служение своему желудку, своим чувствам. Чистое преданное служение означает, что я понимаю, что вот это я делаю для Кришны. И в этом настроении я начинаю деятельность, и в этом настроении я ее заканчиваю. И вот это есть чистое преданное служение. А все остальное там будет, если я там получу какое-то материальное, ну даже я не хочу есть. Но я думаю, ой, я вот это специально делаю, чтобы у меня благочестие накопилось. Чтобы я вот сейчас вот делаю это служение, теперь я буду потом наслаждаться плодами. Это гуна страсти. Мы привязаны к каким-то плодам. Это философский подход к жизни, да? Поэтому Кришнадас Кавираж Госвами говорит, что единственное, о чем мы должны просить или молиться Господу, это чтобы мы могли осознать милость Господа Чайтаньи Махапрабху по отношению к нам. И как эта милость проявляется. И то, что Он уже пришел, это Его милость. То, что Господь проявил Себя как здесь, как Божество, это милость. Преданные в тот момент, они молились. У нас в нашем Днепропетровске Ятре была медитация на Господа Джаганнатху, потом преданных Вагели Третьего, когда был Прапавишна Махарадж, впоследствии стал учителем моим. И я был просто поражен. Это было в парке Глоба на тот момент. Было много людей. И это до первый раз я тогда одел тхоти. Для меня это было очень существенно. 5000. Мы приготовили 15000 галаджамуны. Люди просто, там столько просада было, они просто утопали в этих сладостях. Целый зал, вот эта ракушка. И я помню, тогда стоял, и как брахмачари вышел на сцену и сидел рядом с духовным учителем и смотрел на огромную толпу, заполненный храм. И Махарадж тогда учил всех танцевать, пел Хари Кришна, говорил, давайте все встанем и будем танцевать. И все танцевали. И мы тоже танцевали на сцене, показывая, как это делать. И такая медитация была у преданных, они всегда хотели, чтобы Господь Джаганнатха, Он особую милость пролил на преданных, и они почувствовали вкус, особый вкус. Господь Джаганнатха очень милостив, с одной стороны, потому что Он является милость жителям Кали-юги. Ему поклоняются все за свой период своего существования, кто ему только не поклонялся. И иногда храм захватывали мусульмане, иногда храм захватывали буддисты, иногда храм захватывали шакты. Они вешали на Господа гирлянды из черепов, приделывали ему язык и танцевали вокруг него. И Господь принимал это. Поэтому Джаганнатха – Господь Вселенной. Ему поклоняться могут все. Именно одно из его имен – Господь Вселенной, Джаганнатха. Это означает, что Он принимает служение и повелевающее божество этой Вселенной. Как здесь говорится, что он является воплощение сила, олицетворение тес в трех миров. И потом мы начали медитировать на том, чтобы у нас был Джаганнатха тоже в храме, чтобы мы могли поклоняться ему, так как он выходил и радовал людей, выезжая на своей колеснице. Вот сегодня он поедет делать омовение, освещать так называемые кунды или котлованы, и при этом он будет, его сопровождать будет большая свита, и люди, которые будут видеть его, будут получать милость. Господь просто выходит как Господь, Он просто являет таким образом свою милость. Точно так же на Радхаятру он выходит и являет свою милость живым существам, которые могут его видеть. Потому что сюда мало кто может прийти. Люди не понимают, что есть храм сознания Кришны, у них нет веры. А те, кто и верит даже в Кришну,
ноги не несут, желания нет приходить в храм. Потому что нет понимания, что Кришна, вот он, мы сюда приходим, и Кришна стоит, находится здесь рядом с нами. И мы видим его, утоляя таким образом свои духовные потребности, духовное желание. Каждый раз он очень красиво одевает его преданные. Преданные колоссальное служение совершают. Я помню, Абхидея Прабу ему поручили, тогда он был в Индии, поручили тогда привезти этих божеств. Он купил этих божеств. Там целая история была, как он их сюда привез. Потом в 97 году под руководством Ниранджана Махараджи и Мадхава Махараджи мы начали устанавливать здесь эти божества. У нас тогда был один алтарь, у нас не было тогда больших Шринитай Гурачандры. Был один алтарь. Но преданные уже отдали свое сердце. И Кришна откликнулся на зов своих преданных, на желание своих преданных. И до сих пор он очень милостив по отношению к нам. Ну, по крайней мере, я так воспринимаю, что милостив, что я еще в обществе преданных, что я еще могу созерцать эту удивительную форму, я могу совершать служение этой удивительной форме Господа. А Он благословляет этот город, благословляет тех преданных, которые сюда приходят. Все. Мы проявляем свою полную зависимость от Кришны. Кришна берет нас под свое покровительство. Как можно не любить такого Господа? Как? Господь настолько милостив, что... Этад нирвидьяманам ичхатамакрито вайам. О царь, постоянное повторение святого имени, по примеру великих авторитетов, избавляет человека от страха и сомнений и приводит к успеху любого. И у того, кого нет материальных желаний, и у того, кто жаждет материальных наслаждений, и даже того, кто обладает трансцендентным знанием, черпает удовлетворение в самом себе. Кришна – радость для всех. Нам ничего не остается другого, как склониться к Его стопам. И молить о возможности заниматься преданным служением. Это великий дар. И это благословение самого Господа. Первая милость мы получаем общение с преданными. В нашей жизни мы встречаем преданных. Это первая милость Господа Чайтаньи Махапрабху. Вторая милость заключается в том, что мы начинаем заниматься преданным служением, что нам поручают, может быть, маленькое, но какую-то деятельность нам дают эту. Кришна позволяет нам совершать эту деятельность. Как мы уже говорили, я сегодня читал один комментарий Шрилы Прабхупады к главе древа Господа Чайтаньи. Там в одном комментарии он говорит, пишет, что Господь Чайтанья Махапрабху дает нам возможность повторять Святое Имя. Мы не просто произносим звуки, мы молим Господа Чайтанью, чтобы Он дал нам возможность повторять чистое Святое Имя. Поэтому мы говорим «Джай Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхар Шри Васади Гаур Бхактавринда,
Мы говорим это перед каждым повторением Святого Имени, моля их, этих личностей и всех преданных, чтобы они избавили нас от оскорблений повторения Святого Имени. Джиганатха Пури слушал лекцию недавно Мадхавананды Пруна. Джиганатха Пури говорят, на Господа Джиганатху у них есть правило. Они медитируют на Господа Джиганатху в течение суток по-разному. Например, утром они медитируют на него, как на маленького сына Яшоды и Нанды. Они его одевают, купают, поднимают, будят. Их вот это связано с этой игрой, с этой лилой. В обед они уже медитируют на то, что Господь Джиганатха находится в кругу, он сидит под древом Калпатару, древом желаний, и его окружают полубоги, гопы, гопи, и он сидит там, и они вот в кругу этих наслаждаются просадом. Уже в полдень они наслаждаются, они медитируют на лилу, то, что он сидит на оленьей шкуре и дает наставление Нарада Муни. Говорится, что когда у йогов есть такое правило, если они сидят на оленьей шкуре, это значит, что тот, кто медитирует на оленьей шкуре, тот обретает знания. Тот, кто медитирует на тигровой шкуре, обретает мистические способности. Тот, кто медитирует на траве куша, обретает преданность. А тот, кто сидит, медитируя на шерстяном чадаре, обретает чистоту. Ночью уже, после того, как все люди спят, они медитируют на Господа Джиганатху, как на Гита Дхакураджи, тот, кто слушает Гиту Говинду, кого, на кого одевают ночные одежды, если вы знаете, у него расписаны, и там написано на них Гита Говинда, стихи из Гита Говинды. Так, такой процесс медитации. Мы медитируем на Господа Джиганатху, как на Божество, на Иштадева Господа Чайтанья Махапрабху. Между Господом Джиганатхой, который проявляет чувство разлуки по отношению к своим преданным, и Господь Чайтанья Махапрабху, который никто иной, как также находится Кришна в настроении Шримати Радхарани, в настроении любви, тоже проявляет чувство разлуки по отношению к Господу. Поэтому, когда Господь Чайтанья пришел в Джиганатхапури, именно к Джиганатхе, это особо, в этом есть особый смысл. Поэтому, может быть, в нашем сердце Господь нас ждет. Он ждет каждого из нас. Поэтому Он даже ждет и вытянул руки по отношению к нам. Говорит, я жду вас. Это указывает на то, что Он ждет каждого. Осталось только нам. Нам проявить эту решимость и понять, что, оказывается, я тоже хочу все-таки видеть, встретиться с Кришной, приходить к Нему и заниматься служением, кланяться Ему, возносить Ему молитвы. Хари Кришна. Если есть какие-то вопросы, комментарии, дополнения. Извините, сегодня такая лекция, лирическая. Hare Krishna.
слуга. Какой смысл, что Господь Читания медитирует на Господа Джаганнату? Шимати Радхарани медитирует на встречу с Кришной. Радхаятра. Кришна едет во Вриндаван. Шимати Радхарани почти умирает от того, что Кришна нет. Кришна едет. И это особое. Это вот это настроение, это особое, когда мало того, что это сокровенные вещи, это очень сокровенные вещи. На самом деле Господь Чайтанья Махапрабху нам своим примером очень многое раскрыл, что мы, может быть, не узнаем от других о воплощении Господа. Как мы уже сказали, Кришна говорит, предайтесь, и вы, я освобожу вас от всех, да дарую вам освобождение. А Господь Чайтанья говорит, нет, Он нас вдохновляет, Он нам дает возможность почувствовать это. Он нам дает почувствовать и показывает на своем примере, как это. Что значит любить Кришну? Вот это сокровенность, сокровенное проявление Господа. Это Ему очень дорог всем преданным. Это воплощение очень дорого. Поэтому, как говорится, Кришна Варнам, Твиша Кришна, Сангопангастра Паршадам, Ягьяй Санкиртана Праяр, Яджанча Хисумидаса. Разумные люди век Кали будут собираться вместе и славить Господа и поклоняться Его воплощению, непрестанно поющему святое имя Кришны. Хотя Его цвет тела не темный, это сам Кришна. С Ним всегда Его близкие спутники, слуги, оружие и приближенные. Понимая это, мы тогда возносим стих из читания Чаритамриты. Бахутули Гарибали Премедришти Чая, Карея Калмаша наша Премети Басая. Он поет святое имя, воздев к небу руки, смотрит на каждого с великой любовью. Так он уничтожает все грехи и наполняет наше сердце любовью к Богу. Хари Кришна. Ну вот, это только есть лекция Мадхавананды Прабху, вот, насколько я знаю, вот, как он ее рассказывает, и она на английском языке. Если кто там может прослушает и знает английский язык, переведет ее. То он просто так глубоко изучает эту тему, он сам живет в Джаганнатхапуре, изучает эту тему, вот, поэтому он часто дает много таких интересных вещей, связанных с Джаганнатхой. И у него есть, кстати, журнал. А вы не подписывались, они когда-то приезжали. Есть журнал, кстати. Как же он называется? Кришна? Не, Карна. Как? Катхамрита Бинду. Вот, там на русском языке, там наверняка будет эта история. И можно подписаться на него или там в интернете найти, и можно читать очень много историй Джаганнаты. Катхамрита Бинду. Я всегда говорю на такие вопросы, что Господь являет свои лилы каждый день. Каждый день, как и мы, действуем каждый день. Точно так же Господь действует каждый день. Способность наша видеть, это зависит от нашей преданности. Поэтому смотрите, какая удивительная лила. Он сегодня с какими гирляндами украшен. Какие у него руки сегодня, что он в руках держит. У него сегодня необычные руки, да? Это когда Господь Нарада Муни, Господь пришел Индрадюмне царю Махараджу во сне и говорит, ты поклоняйся мне как Шьяма Сундари, ты можешь в определенный период времени давать мне, надевать на меня золотые руки и стопы.
которые держат атрибуты, чтобы мы видели, что это личности, у которых тоже есть руки, потому что иногда люди не воспринимают. Поэтому Господь сегодня показал свои руки. Это что, не лила? Так у него нету. А сегодня мы увидели, что у Господа проявились руки. Но Господь, да, что касается там каких-то личных отношений, то очень много таких вещей, которые я испытал в своей жизни по милости Господа Джаганатхи Баладева Сапада. И о некоторых, о многих бы я бы не хотел бы рассказывать. Просто не хотел. Как-то в маркете журнал, да? О, видите. Но это может быть, то в новом будут, вы там можете найти адрес, а в новом будут уже вот эта история медитации. Это просто, наверное, еще старые. Но они тоже очень интересны, там столько интересных, сокровенных вещей. Когда там из жара типа жарили. И нам нужно было предлагать торты. Джарати тогда пуджарил, я пуджарил не так врачам, а Джарати пуджарил Джаганатхи Баладеве Супадре. И мы так принесли, положили торты, их было много, поэтому положили на пол, все, алтарь закрытый. Ну, кто-то открыл из каких-то преданных, открыл тут окно. Мы вышли, пока не кушали, потом заходим, мы заходим в алтарь, Джарати первая заходит, выбегает, кричит. Что это такое? Я захожу, смотрю, что все торты, которые стояли на полу, они были размазаны, размазаны. Вау! Я думаю, ну все, сейчас президент храма убьет просто. А потом она такая говорит, что это такое произошло? А я уже думаю, как же успокоить Джарати? Я говорю, так это, говорю, Джаганатха просто баловался. И просто разбрасывал эти торты. Похоже, они, может быть, не понравились, наверное, я не знаю. А может, наоборот. Знаете, как он иногда обезьян же кормит маслом. Ну, я потом пошел к этому, говорю, слушайте, кто-то там такая случилась беда. Оказывается, кто-то открыл окно и сквозняком просто шторами, да, они тяжелые, размазали все эти торты. Поэтому я рассказал двояк. Хари Кришна. Все, мы заканчиваем, потому что нам надо ехать. Сейчас продолжается с праздником. Хари Кришна.